Так, ну и, наверное, пора включаться мне врубать четвертый матч. Сейчас откроем плеер. Итак, Северенс против каких-то ноунеймов Пейсти Синдикат. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Для этого нам, правда, надо снова добавить Screen Region. Тыт. Так. Так. Я тут, походу, фейлил с захватом жестко. Это очень печально, ну ладно. Надеюсь, теперь все будет нормально. Сделаем звук потише. Погнали. Это самый четвертый матч, который я стримлю сегодня. И второй матч в группе Б. Северенс против Пейсти Синдикат. ИФ онлайн Альянс Старнамин 9. Комментирует Бендер, поехали. Итак, составы команд. Северенсы слева, северенсы у нас красные, синие, соответственно, Пейсти Синдикат. Состав у северенсов основан на трех домашних темпестах. Не знаю, пулеметные, артиллерийские, походу пулеметные, судя по, ну, для турнира. Баджер взят, индус, видимо, набитый всякой электроникой и прочей байдой. Скимик и пяток бомбардировщиков разных рас, два Немезиса, три Мантикоры. Окей, в ответ же к ним Пейсти Синдикат выставили Хувик, три Слепня, Скимик, Тенгу. И по остатку забили одним Дестром и тремя Сабрами. Окей, то есть они что-то без таклеров на самом деле, но такой состав, что... Могут они и без таклеров обойтись, потому что если сабры быстро не отлетят, пошел бой, пытаются первым делом выбить трэш, сабры и дестройер, все, сабры очень быстро отлетают, на сабры была большая надежда в уничтожении стелс-бомбардировщиков противников, минус одна сабра, две на издыхании, пошел дамаг по Хувику, это что, смарт-бомбы были? Да, это были, походу, смарт-бомбы. Прокоцало очень нехило все слепниры. Один бомбер, два бомбера теряют уже Северенс, а сабр, две оставшиеся сабры продолжают жить. Один слепень уже потерял весь щит, у него течет арбор, походу минус один слепень. Альфа-дамаг очень хорошо входит с трех темпестов. Вот она, походу, первая победа батлового ганга. Но действительно, на мой взгляд, у Пейсти какой-то странноватый сетап, не хватает им явно хугина или рапиры. Тенга не знаю зачем, можно было заменить на Локи смело. Так, две сабры, одна сабра отлетает, но в принципе надобность у них пропала, осталось всего два бомбера у противника. Единственное, что у Северенса могут быть проблемы с более, с хак-гангом, с каким-нибудь более смоловым сетапом, потому что я не видел, что у них есть адекватное количество хугинов или рапир, чтобы держать, обеспечивать темпестом их непопадание. Так, первый темпест начинает течь, у него уже очень мало щита остается, между делом также очень нехило отдается второй слипнир, и скимитар, походу, не очень помогает Пейсти, но так же, как и северенсам, не помогает их не скимитар, хотя темпесты, они потолще будут, чем слепни, и... Минус еще один слепень остается из дамагеров. У Пейсти очень мало. Хувик и слепень. Ну, Тенги еще. Тенгу, если показывать крупным планом, посмотрим, какие у нее подсистемы стоят. Так, темпест, походу, сейчас умрет. Первый остается два дамагера. Получается, два темпеста, два дамагера всего у Северенса. И черт знает, у кого ситуация даже хуже. Но по всем ощущениям, что все-таки у Северенса будет некое преимущество. Видимо, смарт-бомбы были не зря, они были сделаны, чтобы быстро вынести всех дронов. Пейсти дают отчинку оставшимися логистик-дронами на слепень, который попал под фокус вражеского ганга. Слепень очень быстро для слепня теряет шилду и, походу, умрет. Нет, отчинка идет, отчинка все-таки какая-то есть. Ну, не знаю, тут нужно перегревать пушки темпестом северенсов между делом. Пейсти, конечно же, дамажит, не останавливаются и пытаются пробить скимитары. Это у них неплохо очень получается. Скимитар 100% уже не желез. Но если северенцам удается сейчас сбрить этот чертов слипнир, то есть очень большие шансы, что два темпеста просто спокойно пробьют скими и хуик, и на этом можно считать матч завершенным. Тенга не сильно дамажная. Баджер, кстати, тащит. Баджер очень тащит. На нем, скорее всего, зафищены джамеры.
или иные средства радиоэлектронной борьбы типа дамперов. Дамперы, кстати, с учетом тенги достаточно актуальны, но тенга почему-то предпочитает держаться в ближнем бою, что меня несколько настораживает. Чего, они бросили слепень? Бросили слепень? Нет, нет, не вытягивают северенсы, очень жаль. Очень жаль, не вытягивают, очень все плохо для них. Не добить им Слипнир, но есть надежда еще все-таки, что они его успеют добить до смерти Темпеста. Но какой толк от Темпеста, когда у него так лоу хп? Хотя оттачивается, да, минус Баджер, все-таки надо вынести было электронику гораздо раньше противника. Куда-то к краю арены унесло сражение игроков. Темпест, да, артиллерия. Не, но я подозреваю, что для альянс турнира все-таки ребята использовали пулеметы. Да, судя по звуку, у них. Нет, артиллерия на Темпесте, что странно. И понятно, почему Тенга ломанулась в ближний бой, чтобы по ней хуже попадали песты. И походу все, хоть и убили слепень, но. Предпоследний темпест у северенсов на последнем издыхании, течет структура, пытаются они отчаянно убавить ДПС, пробить Хувик. Но Хувик, конечно, пробивается, но кто быстрее, Хувик или темпест? Хувик или темпест? Ну, темпест быстрее умрет, тут уже без шансов, умирает. Успеет ли добить? Нет, походу все уже. ДПС одного темпеста не хватит, чтобы пробить Хувик под отчинкой даже одного скеметара с одной репкой и дронов. Да, и Пейсти Синдикат АК одерживает свою первую победу в группе Б. Ну не знаю, наверное, сейчас я еще отстримлю пару неожиданных матчей. Это самое, следующий какой-нибудь матч, потому что на одном матче мне не хочется останавливаться. Стрим идет буквально час. Думаю, 5 матчей за раз будет оптимальный формат, с учетом того, что на каждый матч выделяется максимум 15 минут. Но обычно игроки справляются гораздо быстрее. Да, все, Хувик в клоузе, Темпест по нему не попадает и спокойно распиливается. Распиливается хувем, Тенга дамажит ракетками. Ну-ка, давайте посмотрим. Слушайте, судя по скорости стрельбы, у нее хэви-ассалты, а не хэви-мислы. Баджер зачем? Да, у Баджера много медиум-слотов, и в него вешаются джамилки, электроника. И они все, он всех джамит, там он стоит то ли 2, то ли 3 очка по, ну, 3 очка, и можно на сдачу, грубо говоря, его взять. Либо какой-нибудь интер, либо, как на старых турнирах, очень было популярно, индус по максимуму забитой электроникой с армор танком. Как-то так. Итак, Темпест уже умрет или нет? Да, все, структура, радость моя, структура, давай. Как вопил Тук, убивая Титан Тулсы Дума в Тимспике, все это можете прослушать на Ютубе. И бабах, ну, последний залп дал Темпест, и все, это конец для северенсов. Пести победили. Окей, опять перерывчик, я ухожу, делаю небольшой перерывчик, попью водички, и все-таки, так и быть, еще один матч вам откомичу сегодня, потому что не рассчитал я по длительности, немного матчи получились короткие, но достаточно интересные. За песню протест написал. Спасай китов? Точно. Yeah. Играй давай. Спасай китов. Эй, мамаша, спасай китов. Эй, соска, спасай китов. Веселых, жирных китов. Китов спасай, но не забывай. Стреляй, тюленей. Мочи их всех. Они жрут рыбу, сука. Мочи тюленей. Это незабываемое чувство. Но
Но если ты думаешь, что меня прет стрелять в тюленей, подумай дважды. Подумай дважды. Здорово, чувак, все? Супер. Лови бонус, только держи подальше от детей. Ладно, заезжай еще, спасибо за покупку. Спасай китов. Отличное мороженое, прет не по-детски. За песню протест написал. Так, ну это вы знаете, из какого фильма саундтрек, что уж там говорить, и про что этот фильм тоже знаете, вы его прослышали, Чичинчонг, Чичмаринг, и как его там, это самого второго, чё знает, надо запускать уже пятый. О, ребята, у нас первая русскоязычная команда будет сейчас, Алашники против Negative Ten. Итак, запускаю, настраиваю, подождите, сейчас все будет. Так, будет за кого поболеть. Так, стоп, почему-то не нажалось. Так, АТ. Remove ads, Queen Region. Итак, вне очереди мы сегодня без объявления отстримим матчик. А против Negative Ten, русскоязычные ашники, ну пока не знаю, вроде у них команда полностью русскоязычная, хотя альянс у них 50 на 50. Погнали, let's go. Ой-ой, надо вот это отодвинуть. Вот, все, вроде нормуль. Девятый альянс Торрем Наймин стримит Бендер. Так, и первый матч группы С на сегодня. Слева у нас Negative Ten, справа Ашники. Ашники синие, негативы красные. Что у Ашников за стаб? Два Слипнира, Циклон, Скиметар, Хурикейн. Они повторяют, но повторяют сетап, который мы увидели в прошлом матче, но без такого количества дикого стелс-бомберов. Вместо этого они взяли Хугин. Это достаточно хорошее решение. Вот я как раз в прошлом матче об этом говорил, что стоило все-таки взять Хугин в такой состав вместо кучи СБшек для антимелочи. А у Негатив Тенов у нас Клеймора, Лачизис, Гвардиан. Арморная Клеймора, арморный ганг у них получается. Курс, Хугин, Рапира. А чем дамажить собираются ребята? Двумя стелс-бомберами Клейморой? Ну не знаю, с курсы тоже дамаг дроны одни голые, и на остатки Сабра и Драмиэль. Поехали! Началось Мочилово, кто первый пойдет под фокус. Расстояние очень плотной группкой выставились Negative Ten, а Ашники пришли двумя группами, чуть подальше, чуть поближе. Поближе это явно Слепни, подальше это логисты-бомберы.